Всем здорово, ребят. Я не знаю, что меня понесло нахуй на... Ну, просто такое какое-то новогодническое настроение, знаете. Обзор карты, блять, да, минус левела. Просто так чисто написал, знаешь, это пиздец. Короче, обзор карты. Обзор карты, ребятки, полетели. Блин, Джеггер. Обзор карты, ребят, полетели. Что здесь добавили? Так, карта стала здоровой. Телепорты, значит, рошанчики у нас теперь возрождаются каждые 5 минут в разных местах, в зависимости от того, день у нас или ночь. Допустим, у нас сейчас ночь, поэтому мы... Иди нахуй. Да, кстати, блин, теперь так. И, короче, смотрим. Не ударяй меня, долбоеб, куда ты идешь? Нас телепортируют теперь вот сюда, чтобы мы здесь увидели Рошана. Сейчас он через 20 секунд, короче, появится у Света. Света, Лена. Здесь у нас аванпосты, значит. Просто бежим здесь лагерь. Карта стала здоровая, а поэтому сейчас ценятся герои, которые имеют быстрое перемещение, во-первых. Во-вторых, которые... сейчас нужно покупать блинк, потому что карта реально здоровая, пиздец. Поэтому нужен... Ты можешь завалить свое ебало, пожалуйста, прошу. Да ёб твою мать нахуй. Завали свое ебало. Вот. Хорошо. Вот, ценится герой с блинком, потому что карта здоровая, и чтобы доходить в файт, тебе нужно очень быстро перемещаться. Что, блядь, подожди, как? Так, не понял, подожди, уже. Так, здесь мы не можем пройти, правильно? Да, здесь пройти нельзя, то есть, способности, если что, ребят, можно кидать какие-то. Кто не знал. Способности реально, если что, можно. Так, ну это мы по кругу, здесь можно вард ткнуть, он будет давать обзор, значит, на ТП. Здесь ТП. Проход, здесь кто качает лагерь, и в целом. Здесь можно походить, в принципе, поэтовать. Ой, блядь. Вот, сейчас поставлю вардик, просто чисто для того, чтобы видеть вообще обзор. Хорошо. Здесь мы берем, значит, в пруду нет лотуса. Вы, короче, здесь подбираете лотус. Вам дается лотус. Он вас восстанавливает за каждый поднятый лотус. Он увеличивает вам объем восстановления, во-первых, здоровья, во-вторых, маны. Все сказал. То есть это так же, как было раньше, такие вот тоже, не лотусы, в смысле, а такие, такие, короче, водопойчик чисто. Так же, когда раньше был, ты тоже пьешь его и все. Только ты не стоишь на нем, а просто смотришь. Здесь эта хуйня еще подбирается. А, это дается обзор тебе, значит, вот в этой местности, поняли? Тут небольшая местность, как трек БХ. По-моему, под талантом. Талант там типа есть, около него можно этого. Короче, дает мини-обзор. На меду, по меду, что могу сказать? По меду, значит, стало... Здесь эншенты. Стакать на мипаре стало легче. Играть на мипаре. Я буду играть на мипаре, потому что мипар — это имба патча вместе с Течесом. Вот, играем на мипаре с Течесом, поднимаем ММРчики. Хотя Течес не совсем, потому что Течеса можно законтрить просто стоя. Вот, если что. Кто не смотрел, что с Течесом и что с Мипа, вот, видос у меня есть на канале, ребят, поэтому посмотрите, кто не видел. Здесь шеншиты, значит, тройка, как говорится, так и не сделали тройку тройкой. Тройка сейчас все равно двойка, окей. Здесь у нас прорублена какая-то тема, здесь можно бегать мипарем, стакать. Здесь удобно, кстати, стакать, это хорошо сделано. Где-то здесь должен был стоять вот здесь вардик, чтобы было удобней. Но удобнее не стало, потому что, я не знаю. Здесь у нас получается, они так далеко еще встали, видите, не вот здесь в самом центре, а вот здесь именно. То есть качать, лесники теперь... Не, лесники теперь все равно могут играть, они просто вот здесь стоят и вот так бьют, да? Хотя я бы не сказал, что это так работает, потому что не совсем. Здесь еще есть аванпост, то есть... По аванпосту здесь. Но мне карта, в принципе, нравится. Здесь, кстати, есть вард. А где здесь вард? А, вот здесь, здесь этот вард.
Это похоже на старую 7.27, по-моему, или 7.23. Какое-то, короче, такое. Руны здесь теперь появляются, да? Окей, руны здесь у нас появляются. Окей. Ну, не сказал бы, что, короче, что-то значительно изменили. Не, в смысле, блядь. Что я несу, нахуй? Очень много чего изменили, ребят. Не слушайте меня, здесь варды по-прежнему нельзя ставить на Рошанчика. Вот, видите, здесь обзор это дает, мы ее просто захватываем и дает нам тоже, соответственно, обзорчик. Вот, подфармим, хуй знает. Так, а уклонений нету, да, от стрейфов? Жалко. Раньше давались уклонения. Это маленький спот, здесь Шишулечкин. Шишули, нахуй! Здесь у нас волки, блядь, бездонные. Хорошо. Заебись. Так, заблочили случайно. Здесь руна вода, как по стариночке. Вар здесь кнуть можно. Можно вардик кнуть, кстати говоря, и здесь. Алло, блядь, ты где? Заблудился, сука. Блудный сын, нахуй. Нигде нельзя, да, больше? Да. Только вот здесь именно. Ну, хорошо. Обзорчик опять-таки. Ну, тройка, в принципе, такая же, как... Ну да, тройка как была тройка. Изменили только обычные леса. По бокам изменили игру. Ту, игру горизонта, да. Рошана изменили. И в целом просто карта стала больше, вот. Поэтому нужен... Нужен нам еще Блинк Даггер, чтобы быстрее передвигаться по карте. Опять-таки повторюсь, кто меня еще не слышал. Блинк Даггер это must have в нынешней доте, я так полагаю. Потому что карта реально здоровая, блять. Карта просто здоровая. Вот. Ну и давайте посмотрим, я сейчас вроде везде почти варды расставил. По большому счету сейчас везде практически посмотрим на карту со всех сторон. 4, я так понимаю, лагеря здесь, да? В лесу. Здесь раз, там 2, это 3, это 4. И здесь по бокам еще 2, то есть того 6. 6 здесь, 6 здесь. Да, 6 здесь, 6 там, 6 там. Окей, отводы делать опять можно. Здесь отводы делаются при помощи только... Блять, где я? Что происходит? Блять, что происходит? Здесь отводы можно сделать тоже. Вот здесь так вывести и провести. Если что, эту ветку просто проесть. Окей. Лайн. Лайнинг стоим. Стоим. Пушим. И трон обычный. Ну окей. Особо ничего нету. Добавились еще, по-моему, руны золота богатством. Вот здесь где они? Вот они, вот здесь, да. А у этих это где-то здесь. Нихуя. А где это, блядь, в смысле? Вот богатство. Ну и по диагонали идем, вот здесь должно быть. Нас наебали, если что, на золото, потому что нет золота, блядь. Что, блядь? Ну ладно, похуй. ТП, тэпаешься, идешь к Рошану, убиваешь. Все просто, здесь тэпаешься, если день, здесь тэпаешься. Если ночь, сюда тэпаешься, идешь, убиваешь Рошана. Все просто, реально, все просто. До невозможности. Не вернули так и этот лагерь здесь подкачивать на миду. Ну и похуй. Ждите, ребят, походу видос на мипа или на каком-то там герое новом. Метовом, который сильно разъебывает. Поэтому такая вот карта, ребят, все. Все сказал. Клинкс тоже довольно-таки... Не сказал бы, что его прям порезали, но такой. Вот, ну карта реально здоровая. Здоровая такая стала. Крипы тут всякие стоят, сатиры. Лес качать, кстати, теперь будет проблематично. Лес качать проблематично. Почему что ты... Да, потому что проблематично. Вот, поэтому не знаю, как сейчас будут лесники играть. Я, на самом деле, сам являюсь лесником. Поэтому хуй знаю, что делать. В общем, такой видос, ребят. Все, спасибо за просмотр. Увидимся уже, наверное, в фулл каточке. Вот, потому что это третий видос. Три видоса я записал по предметам, по героям, и сейчас записываю про ландшафт. А, еще четвертый видос же будет у меня заключающий. Обязательно посмотри его, четвертый видос, это будет заключающий про сами вот эти вот патчи. Я, наверное, даже сейчас его прям запишу, вот, про вот это самое обновление. Поэтому давай, приятно, спасибо, что посмотрел, увидимся в следующем видосе, давай.